По оперативным данным, общая посевная площадь в Зауралье на сегодняшний момент составляет 1 331 тысячу гектаров. Это фактически уровень 2013 года, то есть та задача, которая ставилась, возврат на посевные 2013 года, благоприятный год был для проведения весенних полевых работ такой аналогичный текущему. Соответственно, эту задачу сельхозтоваропроизводители Курганской области выполнены. Материальная поддержка аграриям в этом году была проведена беспрецедентно рано, в марте месяце. Это позволило сельхозтоваропроизводителям вовремя запастись семенами и горюче-смазочными материалами, а также значительно увеличить кондиционность семян по сравнению с прошлыми годами. Все эти факторы позволяют надеяться аграриям на хороший результат. 16 районов выполнили и перевыполнили план. Особенно отличились Лебяжевский, Звериноголовский и Чистоозерский районы. Среди 8 отстающих на первом месте Катайский район, который выполнил лишь 60% от поставленной задачи. Тем не менее, суммарно Курганская область заняла первое место в Уральском регионе, засеяв почти 101% от плана. В целом, я могу сказать, что сплоченная, слаженная работа департамента позволила вместе с аграриями, всеми теми сельхозтоваропроизводителям, которые участвовали в этом процессе, в этом году вовремя завершить. Конечно, и погодные условия в отношении предыдущих 2-3 лет баловали, но при всем при этом работа выполнена. Сейчас нужно надеяться на, опять же, хорошие погодные условия. Кроме того, Алексей Кокорин отметил необходимость заниматься вводом в эксплуатацию заброшенных земель. Светлана Епифанова, Василий Малухин, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».